56-й международный музыкальный фестиваль «Мир эпоха имена» не оставит без внимания заволжских слушателей города Ульяновска. 18 марта на сцене Дворца культуры «Руслан» выступит Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» с программой «Духовой оркестр и два маэстро». В этот вечер за дирижерским пультом встретятся заслуженный артист России Валерий Уткин и военный дирижер, майор российской армии Максим Харьков, уроженец Ульяновска, который сейчас живет и работает в Москве. Я переработал эти произведения, скомпоновал, потому что основу этих всей программы составляет это попурри и какие-то аранжировки. Будут оригинальные произведения, конечно, написанные для военного духового оркестра, либо переложения для симфонического оркестра. Но основу это составляет именно аранжировки, выполненные для данного оркестра. Максим Харьков знаком с оркестром «Держава». 2 года назад он принимал участие в концерте как музыкант, на котором дирижировал его учитель, военный дирижер, заслуженный артист России Вениамин Мясоедов. На этот раз он выступит уже в качестве дирижера. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.